Вы на канале VG Times. Меня зовут Родион Ильин. И да, сегодня у нас тот самый день и тот самый обзор Киберпанк 2077. С момента самого первого тизера Киберпанк в 2013 году прошло немало знаковых для индустрии событий. От анонса и релиза Final Fantasy VII до смены двух консольных поколений. И все это время CD Projekt Red делали что-то грандиозное. Так что уровень хайпа вокруг игры совершенно не удивляет. Игровые и даже неигровые медиа пестрят новостями об игре. Коллекционную версию Киберпанк стоимостью 20 тысяч рублей моментально раскупают, а предзаказы до последнего не уходят из топов цифровых магазинов. Отдельные игроки так и вовсе отличились, угрожая разработчикам за недавние переносы даты релиза. Но вот, мы дождались. Игра уже с нами. Мы уже игру прошли вдоль и поперек. Сюжетную кампанию, кучу сайдов, еще много всего предстоит открыть, но тем не менее общее представление о том, что такое Киберпанк 2077, у нас уже есть. И да, я говорю «мы», потому что сегодня будет консолидированное мнение всей редакции VG Times, не только мое личное. Итак, погнали. Что, кто-то с района? Назови хоть одного такого борзого у нас на районе. Как было известно еще до релиза, начинать свой путь в Найт-Сити можно по-разному. Нам предлагают три варианта. Кочевник, корпорат и дитя улиц. Выбор влияет не только на предысторию, но и на некоторые сюжетные моменты. Для каждого класса могут быть свои уникальные реплики в диалогах. Это в свою очередь может открыть новые возможности при прохождении квестов. Точно так же, как и стиль прохождения в целом. К примеру, в одном из основных заданий можно просто вырезать всю охрану клуба, чтобы получить нужную информацию. Впоследствии уже в побочном задании один из персонажей это даже припомнит, и главному герою придется оправдываться. А ведь можно было решить вопрос тихомирно. Сам пролог довольно короткий, но все же это три полноценные истории, каждая из которых ощущается по-своему. Кочевник начинает свой путь еще за пределами города, корпорат в рабочем офисе, а уличный хулиган в баре с перебитым носом. Но так или иначе, все предыстории ведут к одному. Главный герой или героиня по имени Ви на пару с другом Джеки Уоллесом начинают покорять Найт-Сити, чтобы пробиться в высшую лигу. Ну а что из этого получится, вы увидите сами. К счастью, тут всем абсолютно насрать, с чего ты начинал и откуда приехал. Самое главное, какую дорогу ты для себя выбрал. Это Найт-Сити. Говоря про киберпанк, нельзя не упомянуть про Джонни Сильверхенда. Однако с ним связаны серьезные сюжетные спойлеры, поэтому если не хотите знать подробности сюжета заранее, немного промотайте ролик вперед. Суть в том, что Джонни Сильверхенд находится буквально у Ви в голове. В ходе одной из сюжетных миссий герою приходится вставить в себя биочип, на котором записана так называемая энграмма Сильверхенда, что в итоге должно привести к полной перезаписи личности Ви. Грубо говоря, Джонни Сильверхенд возродится в теле главного героя. На решение этой проблемы и завязан весь основной сюжет. Так как Джонни постоянно находится с главным героем, он не стесняется вставлять свои комментарии по разным поводам. Очень, кстати, напоминает механику с Джокером в Batman Arkham Knight, только в Киберпанк она реализована еще круче. Если Бэтмену не о чем было разговаривать с заклятым врагом, то у Ви и Сильверхенда на самом деле много общего. Вообще, вся эта часть взаимодействия, по сути, двух главных персонажей, очень сильно влияет на восприятие и постановку сцен. В какой-то мере Джонни можно назвать этаким внутренним голосом, который в циничной манере комментирует происходящее. Так сказать, трезвый взгляд на вещи. И это круто. Где было твое отличное место, там теперь забегаловка. Что ж, тупое потребительство опять победило. Что касается внешности Ви, то игрокам доступен гибкий редактор с кучей параметров. Стоит отметить, что это не ползунки, а предустановленные варианты, поэтому создать симпатичного персонажа довольно просто. Для особо дотошных геймеров предусмотрена даже кастомизация тех самых частей тела, которые обычно не видны. Непосредственно по боевке никаких претензий к игре нет, но нужно понимать, что это все же не чистокровная FPS, поэтому ожидать от стрельбы уровня топовых шутеров не стоит. Как не стоит ожидать и продвинутого фехтования или рукопашного боя. У каждого персонажа есть полоска здоровья, поэтому поливать пулями приходится иногда довольно долго. Тем не менее, все на достойном для жанра уровне. Стволы выглядят и ощущаются по-разному, и на них можно нацепить кучу обвесов. Развивайте персонажа, как вам этого хочется, и
добро пожаловать на задание. Тулут, к слову, делится по качеству. Да, здесь присутствует цветовая дифференциация штанов. Можно подумать, что это превращает киберпанк в лутер-шутер типа Borderlands 3, но не совсем так. Стволы, конечно, нужно обновлять, но при прохождении игры на нормальном уровне сложности это приходилось делать не так часто. Вообще, при желании в киберпанк можно играть как в чисто сюжетную игру, игнорируя дополнительные квесты, погони за редкими стволами и шмотом и другие побочные активности в открытом мире. Основная сюжетная кампания не дает особого челленджа на среднем уровне сложности и практически не заставляет заниматься чем-то еще. Есть, конечно, моменты, когда нужно собрать определенную сумму для продвижения по сюжету или просто немного подождать и переключиться на что-то другое. Но это встречается не так часто, к счастью. А кто владелец? Да какой-то японец из Арасаки. Приехал, раскидывается тут деньгами направо и налево. В этом плане киберпанк ближе к мафии, или, если хотите, все к той же Batman Arkham Knight, чем GTA или к Watch Dogs. То есть квесты ощущаются более целостно и линейно, как будто за зоной задания и нет никакого открытого мира совсем. Хотя линейность не совсем верное слово здесь. Скорее, здесь просто миссии более тщательно срежиссированы. Тем не менее, побочные активности пропускать не стоит. Это могут быть короткие, но все еще цельные истории. Например, по соседству с Ви живет полицейский, который ушел в депрессию из-за смерти друга и закрылся в своей квартире. Его сослуживцы переживают и просят Ви проведать его. По ходу квеста выясняется, что другом-то была домашняя черепашка. И это ни разу не смешно. Sad story. Мендес просто нихера не знает о жизни. Предел есть у всех и даже у него. Просто он к нему еще не подобрался. Другие же дополнительные задания могут растянуться на несколько эпизодов и даже продолжить сюжетные линии, которые начались в основном задании. Да и по уровню проработки они едва ли уступают основному сюжету, а порой и превосходят его. Более того, пропуская побочки, можно так и не встретиться со знаковым персонажем, например, Лиззи Визи. Но есть и другие побочные активности: забрать некий товар, усмирить киберпсихопата и другие мелкие банальные задачи. В целом, все механики с квестами хорошо знакомы по тому же Ведьмаку. Ничего нового от киберпанка здесь можно не ждать. Множество вопросиков на карте вам обеспечено. А вот не особо удобный журнал можно отнести к минусам. Очень легко запутаться, где задание, которое тебе недавно скинули по СМС, да и вообще сколько за него дадут денег. Ви все же наемник, и деньги должны интересовать его в первую очередь. Что за работа, Декс? Мы хоть живыми вернемся? Отдельно стоит сказать и про механику брейн-данса. Ближайшая аналогия — режим детектива из Batman Arkham Knight. По сути, перед нами запись какого-то события, где нужно отыскать зацепки и улики. Можно искать новые источники звука, рассматривать обстановку и свободно перемещаться в смоделированном трехмерном пространстве. Механика неплохо разбавляет геймплей, но разработчики ей не злоупотребляют, поэтому она не успевает наскучить. Вообще, надо отдать должное, игра ничем не надоедает и ничего не навязывает. Даже на стелс-миссиях можно особо не церемониться, а сразу вытаскивать ствол и разносить всех и вся, или просто пробежать к цели, вообще игнорируя противников. Способ пройти задание найдется всегда и с любым билдом. Здесь киберпанк напоминает одновременно и Prey 2017 года, и Deus Ex Mankind Divided. А вот что касается города и вообще размаха, здесь Киберпанк 2077 сравнить, пожалуй, не с чем. Масштаб игры действительно вызывает уважение. И дело не только в размерах игрового мира, количестве побочных квестов или строчек диалогов. Дело в ощущениях. Взять хотя бы уличную рекламу в Night City. Это не просто повторяющиеся из раз в раз баннеры и неоновые вывески. Их настолько много, что вы, скорее всего, будете постоянно замечать что-то новое. Мало того, что рекламные изображения сами по себе разные, так они еще и разного формата. Статичные и анимированные баннеры, билборды, реклама на ТВ, торговый автомат. Информация вообще поступает отовсюду. Люди разговаривают друг с другом, из забегаловок доносится разная музыка, в коридоре дешевого мотеля слышны стоны из номеров. Можно даже просто идти по улице и услышать, что по телевизору рассказывают о недавних событиях, остановиться и послушать выпуск до конца, например. Или ехать в лифте и увидеть, что начинается телешоу, затем уже в собственной квартире продолжить смотреть его. Видно, что за всем этим стоит поистине титанический труд разработчиков. Нет, нет, этого не может быть. О, еще как может. Здесь, конечно, немалую роль играет и звукорежиссура. Огромное количество композиций, фоновых звуков, озвученных диалогов, да и само качество не подкачало. К примеру, удары кулаком буквально физически ощущаешь, если играешь
в приличных наушниках. Для полноты ощущений однозначно стоит обзавестись хорошей акустикой. При всем при этом сам Night City выглядит, пожалуй, даже чересчур правдоподобно. Вероятно, такой эффект достигается не в последнюю очередь за счет вида от первого лица. В тех же GTA и Watch Dogs восприятие совсем иное. Да и в целом видно стремление разработчиков буквально вживить игрока в шкуру персонажа. Выражается это и в том, что за всю игру мы практически не видим своего персонажа со стороны, разве что в зеркалах и в фоторежиме. Из-за такого позиционирования играть за героя не своего пола может быть не совсем комфортно. Вот уж что действительно значит эффект полного погружения, уж извините за это клише. Одно время я просто гулял по улицам, разглядывал вывески и прохожих, а их тут, кстати, целые толпы. А также витрины магазинов, здания и машины. Словом, делал все то, что делал бы и в реальной жизни, окажись в каком-то новом для себя городе. Тем более, что районы действительно визуально сильно разнятся между собой. От мест, где живет элита, до грязных трущоб. В этом, к слову, ключевое отличие Киберпанк от любой другой игры в открытом мире. Тут просто хочется идти, куда глаза глядят, и ничего не делать. Я бы чего-нибудь заточил. Vamos. Заточил? Ага. Попробуешь чили моей мамы. Лучшее в городе. Однако есть и недостатки. К сожалению, назвать мир по-настоящему живым пока все же нельзя. Вот, к примеру, стоит тележка с хот-догами. Но купить-перекусить почему-то не выйдет. Продавец лишь скажет дежурную фразу, а может и вовсе послать, было и такое, и продолжит заниматься своими делами. Или вот другая история. Копы отбиваются от одной из местных банд. Но если помочь им, то ни слова благодарности, ни какой-либо вообще реакции не последует. Даже если прямо перед носами полицейских начать собирать лут с их павших в бою сослуживцев, они вообще и глазом не моргнут, и ничего не произойдет. Во всяком случае, так было в нашей версии для обзора. Возможно, с патчами это поправят. Хотя есть и множество обратных позитивных примеров. Например, однажды мне удалось наткнуться на журналистку местного канала и ее оператора, которые снимали репортаж. Если влезть без церемонов в кадр, то она попросит не мешать и отойти, а затем они начнут переснимать все сначала. Если же влезть повторно, то журналистка просто все бросит и пойдет курить в сторонку, видимо, ожидая, пока этот ненормальный совсем не уйдет куда подальше. Еще можно, например, наткнуться на Trauma Team, местный аналог МЧС, которые, например, спасают клиента после автомобильной аварии. И рядом при этом можно заметить перевернутую машину и трупы. Также стоит сказать, что большинство дверей закрыты. Но зато можно посетить какое-нибудь место, отмеченное на карте, например, магазин оружия или одежды. И здесь, конечно, Киберпанк играет уже на своем поле. Все, на что разработчики обращают наше внимание, будь то магазинчик, сторонний квест или какая-то иная активность, на высшем уровне. Так, например, можно встретить бандита, который торгует шмотками. Оказывается, он стал бесполезен для своего босса, став инвалидом. А жить-то на что-то дальше надо. И вот человек так выкручивается, решает свои проблемы. И вот таких мини-сцен масса. С каких пор банды торгуют шматьем? С тех пор, как босс решил списать в утиль парней с убитым позвоночником. А вот что касается поездок на транспорте, то тут не все идеально. Дело в том, что физика поведения машин не особо способствует к покатушкам, характерным для той же GTA. Не сказать, что есть какие-то серьезные проблемы, но управлять транспортом может быть с непривычки тяжеловато. К слову, некоторые виды авто и мотоциклов оставляют более приятные впечатления. Они легче управляются и более предсказуемы. Просто подберите себе что-то по душе и по стилю езды, да и катайтесь на здоровье. И тут имейте в виду, водители тут не будут останавливаться, если вы вдруг решили перебежать улицу в неположенном месте. Это все-таки Night City. ПДД не в чести. Зато с внешностью машин полный порядок, особенно если говорить о внутреннем убранстве. Салоны тщательно проработаны. Сразу понимаешь, в какую тачку сел. Люксовый лимузин или какую-то колымагу от работяги. Вы прямо гордитесь сейчас собой, да? Я что-то не понял. Ты сейчас о чем, бродяга? Да так, ни о чем. Ну вот и хорошо. Ну и отдельно хочется сказать про эффекты трассировки лучей. Для обзора мы проходили PC-версию на системе с видеокартой NVIDIA 3060 Ti. Самые заметные изменения картинки с включенной трассировкой лучей – это отражение. Увидеть их можно на стеклянных, металлических и других зеркальных поверхностях, витринах, автомобилях и даже на воде. Лучше становятся, кстати, и тени. Они выглядят контрастно и в целом более реалистично. Кроме того, стоит сказать и про фоновое затенение. Оно придают сцене глубину. Обратите внимание на тени, которые отбрасывают самые мелкие объекты. Трассировка лучей работает и с освещением. В некоторых сценах картинка без нее слишком темная, в то время как с трассировкой свет падает более естественным образом.
все-таки нужно понимать, что Киберпанк — это взрослая игра. И дело тут не только в обилии нецензурной брани, которой не ругаются, а разговаривают, обнаженки или жестокости, но и в самом повествовании и поднимаемых темах. Я не буду сейчас устраивать кружок юных философов, рассуждая о смысле жизни и о том, что хотели сказать авторы. Но отмечу, что сюжетная линия, да и многие побочные задания подаются весьма серьезно и не выглядят как банальная фантастическая сказочка. Такой уровень повествования вообще редко встретишь. Всем диалогам и сценам веришь, никакого сомнения, что все по-настоящему. Нет ощущения, что это все придумано сценаристами. Погружаешься в повествование и забываешь обо всем, растворяешься в истории. Единственный момент — строчки в диалогах не всегда точно передают смысл сказанного. Это, разумеется, не уровень «да, нет, сарказм», но иногда напрягает и, пожалуй, в некоторой степени даже рушит связь с персонажем в определенные моменты. Впрочем, это скорее придирка, чем полноценная претензия. Майка убедит только конкретик. Так что дальше? Ну и раз уж я заговорил про взрослые темы, нельзя не отметить те моменты, за которые игра и получила взрослый рейтинг. Представлено все это как визуально, так и косвенно. К примеру, читать описание некоторых брейндэнсов, по сути записи, которые можно пережить как наяву, людям со слабой психикой будет точно тяжело. Да и некоторые сюжетные моменты и ход квестов производят крайне острое впечатление. Причем персонажи только говорят о жестоких событиях. Мы даже толком не знаем, что было, а уже становится жутко. Прямо как в хорошем хорроре, где неизведанное пугает даже больше, чем то, что ты видишь своими глазами. Фантазия сама все дорисовывает. С обнаженкой все попроще. Она есть и причем довольно откровенная. Все как мы любим. Найт-Сити — это настоящий рассадник порока. Повсюду двусмысленная реклама, танцующие девушки в витринах, всевозможные клубы и прочие злачные места. Да иногда даже прохожие могут удивить фривольным нарядом. И, разумеется, здесь можно предаваться и приземленным отношениям на один раз. Геймплею это ничего не даст, зато покажут ролик. И вот здесь, конечно, хотелось бы побольше разнообразия. Да насрать мне, что он еще не хочет. Ну пошли, все равно делать нечего. Киберпанк 2077 – событие громкое. Это не одна из тех игр, которые забывают после следующего крупного релиза. Эта вещь будет актуальна и через 5 лет, точно так же, как сегодня все еще актуален третий Ведьмак. Ну а мелкие недостатки? У кого их нет? Киберпанк нельзя пропускать ни в коем случае. Игры такого масштаба, созданные с таким тщанием и любовью, выходят очень редко. По сути, это главная ролевая игра на ближайшие годы. Ну и еще раз коротко. Плюсы. Великолепный сюжет, огромный игровой мир, отлично прописанные побочные квесты, вариативность, разнообразный геймплей, крутая локализация, Киану Ривз в конце концов. Ну а к минусам отнесу недоработанный журнал квестов, физика транспорта могла быть и получше, и мало интерактива в открытом мире. Пожалуй, и все на этом. От нас, от VG Times, 9,5 баллов из 10. Не пропускайте. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайк.